Привет, друзья! Нас Сидней заливает. Мы практически уже тонем. Вот уже как 3 дня непрерывно днем и ночью льет дождик. И прогноз на ближайшие дни не самый утешительный. Вообще было бы здорово, если погоду можно было изменить всего лишь одним нажатием клик. Вот, например, так. Но, к сожалению, в реальной жизни такого не бывает. А что бывает в реальной жизни, так это 1000 домов, которые остаются без света по причине повреждений электросетей, где-то что-то замкнуло, но в основном из-за упавших деревьев, а также упавших больших веток с деревьев. Это десятки поврежденных автомобилей из-за тех же деревьев, это поврежденные дома из-за деревьев, а также из-за того, что сорвало крыши очень сильным ветром, а также некоторые дома смыло. Об этом вы увидите чуть позже репортаж. А также унесло ветром наши знаменитые австралийские песчаные пляжи в районе Сиднея. Так что уж не знаю, где теперь местные, а также туристы будут загорать в ближайшем времени. Пожалуйста, посмотрите небольшой фотоотчет, который был взят с австралийских новостных сайтов за последние 2 дня. И я сделал небольшие комментарии. Основные повреждения были из-за поваленных деревьев, повредило очень много автомобилей, домов, а также много линий электропередач. Кто за все это будет платить? Ну, скорее всего, страховые компании, если владельцы об этом заранее позаботились. Многие дома были повреждены из-за сильных рек, сумбурно образовавшихся, а также из-за сильного ветра, который достигал скорости 160 км в час. Службы спасения, вот эти желтые человечки, сказали, что они приезжают только в самых экстренных случаях. А вот эти улицы были, между прочим, в центре Сиднея, вот так вот притопило. Было повалено много рекламных щитов, многие дороги были затоплены. Кстати, коллеги на работе сказали, что некоторые из них добирались до работы 2,5 часа вместо обычных 15-20 минут. Почему? Ну, фотографии сами показывают, что к чему. Причем службы спасения сказали, что если увидите кого-то в беде, то не пытайтесь ему помочь, если человек находится в сильном потоке реки, потому что спасателям придется уже спасать двоих, а не одного. А это знаменитые сиднейские пляжи, песок, который раздул по всему Сиднею, так что если у вас не было времени сходить на пляж, то пляж пришел к вашему дому. Вот так вот, вкратце. Дождик до сих пор не прекращается. Остается открытым вопрос, что делать дальше, кто за все это будет платить. Что касается автомобилей и поврежденных домов, за это будут расплачиваться страховые компании, хотя с деньгами они расставаться ой как не хотят. И то при условии, если владельцы заранее об этом побеспокоились. Но инфраструктуру будут, конечно, восстанавливать местные консулаты, а также местные энергетические компании будут восстанавливать линии электропередач. Службы спасения будут разбирать поваленные деревья и сучья. Предвижу вас вопрос, как часто такое здесь в Сиднее происходит. Не очень часто, последний раз сильные такие дожди были около 4 лет назад. Тогда пришлось открыть нашу дамбу Варагамбу, и пришлось открыть ее аж 2 раза, чтобы избежать возможного повреждения дамбы. Подтопило несколько домов, закрыли некоторые дороги, но, собственно, на этом все и закончилось. Однако полгода назад, в ноябре прошлого года, у нас тоже были сильные дожди, подтопил несколько станций метро, закрыли некоторые дороги, но в принципе тоже на этом все и обошлось. Однако 5 лет назад, насколько я помню, было сильное наводнение в штате Квинсленд, подтопило Брисбен, и тогда собирали, что называется, всем миром деньги на восстановление. Во время сбора налогов был объявлен дополнительный налог в виде 1% дополнительного, который шел на восстановление инфраструктуры. По крайней мере, никто не был против. Ну что ж, позвольте вам показать еще серию видео с комментариями. Это, как вы видите, художественный фильм, фантастика, а вот это вот уже реальность. Корабль фирмы «Карнивал» не может зайти в Сиднейскую бухту. Вот такой вот замечательный корабль, на борту которого находится 2600 человек. Вот должен курсировать вдоль Сиднея, вот было видно на синей линии, потому что Сиднейская бухта закрыта для кораблей из-за сильного шторма. Ну что ж, как вам такие волны? Хотите вы еще отправиться в круиз или уже передумали?
Кстати, один раз мы попали в примерное такое вот похожее волнение. Ну, не сказать, что было очень плохо. По крайней мере, тошноты из моих знакомых никто не чувствовал. В принципе, обошлись нормально. Вот. А это сами волны, которые около Сиднея и немного на север от Сиднея. Штормовое предупреждение. Кстати, между прочим, это циклон. Циклон второй категории. Все-таки не шуточно, когда ветер достигает 160 км в час, а? Как вам кажется? Вот много было повально столбов, повреждено электричество. А это уже не Япония и не цунами, а это долина Хантер, которая недалеко от Сиднея. Видите, дома австралийские умеют плавать. Шутки шутками, но прикинь, если это ваш дом вот так вот поплыл. Жалкое вообще зрелище. Многие дороги были перекрыты полицией, не пускали. Это вот типичные автомобильные дороги. Много, как говорил, было повалено деревьев. Служба спасения приезжает только в самых экстренных случаях, когда есть угроза жизни. Просто так они не приезжают. А вот видите, австралийские гаражи, оказывается, умеют плавать. Это тоже недалеко от Сиднея. Лейк Макори. Мы там несколько раз были, не так далеко от Госфорда. А это вот сам песок, которые уносятся вдаль по всему Сиднею. От этого пляжа уже мало что осталось. Ну что ж, надеюсь, что в скором времени песок опять намоется, потому что пляж остался практически голый. Уж не знаю, как теперь там бедным товарищам загорать. А это Парамата, где мы не так давно жили. Жили как раз на противоположном берегу. Вот видите такой коричневый дом? Следующий дом был наш. Там очень красиво было. Но, как видите, все смыло подчистую. Это вот знаменитое сиднейское движение. И сейчас буквально даже самая маленькая авария создает большие-большие проблемы. Потому что водители так должны искать обходные пути. Не так много дорог осталось, по которым можно объехать. И все они практически забиты. Что такое австралийские дороги во время наводнения, сейчас вы вполне возможно увидите. Это вот, допустим, такие вот ручейки, которые пересекают некоторые дороги. Вот видите, как австралийцы пробираются. А что делать? Надо ехать с работы или наоборот, надо ехать домой. Вот такая вот у нас погодка. И вообще улучшение погоды пока не предвидится. По крайней мере, сегодняшний день и сегодняшнюю ночь опять также будет поливать. Вот такие вот печальные новости. Вот так вот, друзья, мы и живем. Потихоньку мы тонем. Так что, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, потому что, кто знает, может, этот репортаж последний. До скорых встреч. Пока.